Привет. Сегодня понедельник. Я снова в ДВФУ на своей любимой дорожке. Вот такое чувство, что сегодня не понедельник, рабочий день, а что сегодня все отдыхают. Что погода стоит классная во Владивостоке, жарко очень. И очень много здесь людей. На велосипедах, скейтбордах, просто загорают, просто валяются на скамейках и отдыхают. Я сейчас вам покажу, как это все выглядит. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and there will be fear. Это тот пруд, по которому мы ездили, когда был лед. А сейчас здесь вода, и чайки сидят на каком-то, на какой-то деревяшке. Если вы хотите поступать в ДВФУ, вот вам приемная комиссия. Приемная комиссия. But I'm gonna love me for the rest of my days. Encourage the babies every time they say self-preservation is what's really going on today. Ha ha ha!